Благодаря программе по модернизации дошкольных образовательных учреждений в оздоровительном комплексе «Дворец детской радости» все устроено по новейшим технологиям. Процедуры гидромассажа, бассейн, соляная шахта, сауна – все это и многое другое есть у воспитанников детского сада номер 8 города Чебоксары. Ведь главная задача – сохранение и укрепление не только физического, но и психического здоровья малышей. Комплекс этот оздоровительный позволяет детям, не выходя из детского сада, получать оздоровительные мероприятия, которые они получают, допустим, в санатории, в профилакториях каких-то, да, выезды на море. То есть дети непосредственно в детском саду могут все вот это вот получить, да, и оздоравливать свой организм. И, конечно, большая благодарность вот администрации города, руководству Чувашской Республики за то, что дали возможность организовать такой огромный оздоровительный комплекс для наших воспитанников. Галотерапия – оздоровительный комплекс, который направлен на профилактику заболеваний дыхательной системы у дошкольников. Именно в этом детском саду впервые была установлена гидромассажная жемчужная комната. Дети с удовольствием посещают ее 1-2 раза в неделю. Благодаря массажным ваннам проводится профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, а также центрально-периферической системы и вирусных простудных заболеваний у детей. Гидромассажные ванны – это одна из любимых процедур наших деток. Оказывают тонизирующие действия на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему, улучшается кровообращение, уменьшается мышечная боль, уменьшаются отеки. Ну, я думаю, для развития детей это очень важно, для умственной способности, для профилактики вирусных заболеваний, для часто болеющих детей, это, я считаю, что это очень важно. Другой не менее важной процедурой является соляная шахта. Вся комната словно засыпана кристаллами соли. Как говорят специалисты, вдыхая эти микроэлементы, дети гораздо реже болеют гриппом. Длительность данной процедуры зависит от возраста ребенка. Например, для малышей 3-4 лет составляет 10-15 минут. В это время ребята играют в игры, занимаются специальными дыхательными упражнениями. Лариса Иванова, мама воспитанницы этого детского сада, очень счастлива, что ее дочь ходит именно в этот садик. Ведь здесь созданы все условия для улучшения здоровья ребенка. Мы очень рады, что ходим в этот садик, и благодарны, что можем пользоваться такими услугами и процедурами оздоровительными. В соляную шахту детки ходят на раз в неделю примерно, где-то там по показанию, сколько нужно. Ну, вообще, очень довольна и рада, потому что дышать морским воздухом, извините, даже не раз в год получается ездить на море. А здесь детки с удовольствием ходят в соляную шахту, тем более они там слушают сказки, им нравится, их учат правильно дышать. И думаю, что этот воздух все равно очень положительно влияет на дыхательную систему. И дети на самом деле стали болеть реже. Не секрет, что основы здоровья человека закладываются еще в детстве. Поэтому важнейшей задачей современной семьи и дошкольного учреждения является воспитание здорового ребенка.